Областной день охраны труда – мероприятие не для галочки в отчете. Серьезный подход к вопросам безопасной жизнедеятельности людей – тема государственной важности. Поэтому и рамки совещания вышли за пределы залов заседаний и неинтересных докладов. На местах, на предприятиях и в организациях руководители районных и городских служб ЖКХ обсуждали, сравнивали и анализировали, как сделать труд безопасным, как сохранить жизни людей. Прекрасная производственная база и постоянное внимание к вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в Брестском городском ЖКХ – вот основные факторы, которые сыграли решающую роль при выборе места проведения семинара. На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города сегодня работают порядка 5000 человек. За текущий период этого года на мероприятия по охране труда направлено порядка 10 миллиардов рублей. Это составляет около 4% всего фонда заработной платы. Брестгорсвет – предприятие, на котором сотрудники работают в условиях повышенной опасности. Постоянное соприкосновение с обнаженными проводами, токопроводящими устройствами, а также работа на высоте. Риск получить травму при неправильном поведении очень высок. С грамотной координацией действий участники областного семинара ознакомились на специальном занятии для сотрудников Брестгорсвета. Машинисты и электромонтеры продемонстрировали присутствующим последовательность действий при работе на высоте на мобильной подвижной платформе. Это специфика нашего предприятия Горсвета, их использование при обслуживании наружного освещения города. Поэтому именно на нашем предприятии, на базе предприятия проводится это занятие. Пожарная безопасность – еще один из краеугольных камней охраны труда на предприятии. Поэтому информированию, постоянной практике и отработке приемов поведения при пожаре на заводе уделяется большое внимание. Пример такой работы по условному тушению мусора в цехе приемки, а также эвакуации работников данного объекта участники семинара могли наблюдать на Брестском мусороперерабатывающем заводе. Также в ходе мероприятия участники семинара были ознакомлены с новшествами в законодательстве по охране труда и пожарной безопасности. Зачастую бывает, особенно в летний период, когда жаркий, когда вместе с отходами бывают окурки, и мусор загорается в цеху. То есть эта ситуация у нас повторяется раз в месяц практически. Поэтому члены ДПД знают, как действовать, и тушить быстро пожар и возгорание прямо в цеху. И это реально отрабатывалось и реально делалось. Несмотря на то, что на предприятиях Брестского городского ЖКХ ведется постоянный мониторинг по улучшению состояния безопасности труда, в этом году несчастных случаев, увы, избежать не удалось. К сожалению, в 2014 году за истекший период на предприятиях ЖКХ произошло 2 несчастных случая с тяжелым исходом. Они не связаны с виной нанимателя, а связаны с противоправными действиями третьих лиц. А именно, был совершен наезд на уборщиков городских территорий водителями транспортных средств. Охрана труда людей, охрана их жизни – дело государственное, поэтому столь важно не допустить каких-либо нарушений, ведь и средства, и возможности для выполнения всех требований по охране труда есть. Не хватает порой лишь желания сделать все так, как нужно. Когда со своей стороны работодатель станет уделять должное внимание условиям труда своего коллектива, а также искать пути улучшения этих самых условий и делать все необходимое, чтобы не допустить производственных травм, статистика несчастных случаев плавно сойдет на нет. Посетив предприятие Брестского городского ЖКХ, в этом убедились участники областного семинара, на котором была в полной мере продемонстрирована грамотная организация рабочего процесса.